Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, Покемончик и мой сын Ярик, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас казино. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давайте по порядку, справа налево. Тут написано то, что это тут грузят грузы, и осторожно. Грузят грузы? Ярик, ты сегодня красавчик, развлекаешь нас. Смотрите, здесь что-то есть. Здесь грузы загружают в грузовики. Это краска. Получается, они еще строятся. Да. Давайте здесь посмотрим, что внизу. Здесь уже покрасили в зеленый цвет. Я вампир, я не отражаюсь. Я подождите, тоже. Здесь какой-то подвох. О! Конечно, подвох. Смотрите, я маг, я бог. Так получается, это мужской и женский, я буду тогда в виде девочек. Смотрите, да, я бог, я могу дверями управлять. Хоп, сейчас там откроется, хоп. Блин, прикольно, все. Я бог. А ну подожди, тут... О, Димон, так тут еще сральники отдельные есть. Так, да выйди. Нет. Не разбивайте новый туалет, лопнул крышку. Ага. Давай. Поднимаемся? Да. Веди только нас там очень бог. Страшно будет. О, здесь комната security. Ну не комната, а место рабочее. Телефон нельзя забрать? Просто здесь работа. Так, пойдемте кэш с ними, у нас пошли. Денег нет, казино не сможем. Бэтмен бедный, да? Брюс да Уэйн обнищал. Во. Здесь можно покушать. Есть кто-то проголодался или нет? Ага. Я. Давайте, что вам дать? Ой, я знаю любимое блюдо настоящих супергероев. На, держи. Ага. Давайте я в бокал попаду, смотрите. Сейчас ну давай. А он не разбивается здесь. Оба. Они не физические. Они механические. Прикинь, ты такой пьешь воду, а вода в бокал, это вообще... Ну тоже печально, посуда не бьется, ничего не берется. Да. О, кэшер тут есть. Вот это прикольное место, да? Смотри, как здесь уютно. О, здесь гамбургеры есть. Очень уютное место, здесь сидеть, отдыхать. Гамбургеры лампочка такого, и вино, самое цвета. Лучшее. Угу. Так, все, я лифт вызываю. Давай, поехали. А нет, Димон, можем не дождаться. Да, потом приедет как-нибудь. Значит, наверх еще есть? Вон, еще есть третий этаж. Ну-ну. Ой, что это такое? Ой. Это, короче, вот это секьюрити. Димон, здесь было убийство, комната. Смотри, здесь кровь. Где? Да это краска. Не-не-не, Димон, стул перевернутый и кровь. Смотрите, тут камера какая есть. Какая краска? Ты чего? Вот краска, она вот так разлита. Нус. А это кровь. Это... Значит, нет, тут это что-то краска. Творится непонятное. Да. Что-то было страшное здесь. Где-то трупы должны быть. Во! Да, сколько здесь камер? 6 камер. Что-то маловато для такого заведения. А, еще и security ж там есть камера. То, что я звуки какие-то слышу. Да есть, есть звуки. Есть здесь. Мне кажется, я один слышу, значит, и вы слышали. Да. О! Окси. Офигеть, Бонни. И они в камеру стоят, смотри, да? Чика за барной стойкой, ты видишь? Нет, не вижу. Она там, она в темноте, я еле-еле ее вижу. Ну все, подожди, посмотрю. Да, я вижу, стоит. Она танцует, да, вроде бы? Там у них музыка, да, играет? Походу, да. Они на дискотеке. Мы думали, они бьют, они танцуют, стоят. Да, я даже слышу, у них дискотека там, наверное. Они тусуются. Так, идемте. Может, пошлите тусовку, их не разорвем нашим присутствием? Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так. Вот эта комната, где они были. Тут пусто. Подожди, а где камера? Куда мы смотрим? Вот камера, лазер. Вот. Подожди, подожди. Да, они здесь. Были. Здесь, да. Здесь, получается, марионетка. Тихо. Вот чик. Ё-моё. Пробежала мимо. О, дурочка, везёт. Есть. Я буду здесь с балкона наблюдать. Есть, я её сложил. Да не ведите её сюда. Зачем вы её сюда ведёте? Да Ярик уже убил её. Слышали? Прям там был? Рядом было. Прям рядом. Что ж такое? Они нас окружают. Вот это был испуг. Резко именно. Со спины. Как говорится в народе, на крысу. Слышите? И вообще посуду мою, не трогайте меня. А где они? Они испугались нас и ушли. Они куда-то делись. Ой. Стрёмно. Фиг вам. О, Димас, я тебя вижу. Ай, блин, а меня-то за что? Я живой. Меня-то за что убивать? Все, ребята. Я их сейчас выиграю.
Два дурачка застряло. Эть. Сейчас мы им гранатку кинем. Балунбой! Держите. Вот тут балунбой. Металлические, что ли? Ага, балунбоюшка. Никак. Попробую аккуратненько пройти. Ух ты! Фиолетовый парень! Валите! Ах ты, блин, ножичек мне в ребро! А, вы его сложили. Мы вместе с ним. Я в него даже не стрелял. Бэтмен, ну ты вообще мощный. О, у до сих пор даже стоит. Нож есть. На, Димон, ты знаешь, что ты делаешь. Ты Джейсон, на. Твой нож. Ярик, там марионетка. Есть. Все, я Фредди замочил. Марионеточка! Еще один. Я хотел на тебе пожениться. Как она везде ползает, марионетка. Я вижу, вон она, ох, она и быстрая. Блин, ребята, зачем вы ее ведете ко мне? Может, она меня не увидит? Мамочка, ты где? А, меня-то... Ярик побежал, побежал, побежал. А, папа, ты где? Я не здесь! И ржете. Я теперь понял, да? Смешно, когда кого-то убивают. Весело почему-то. Да. Такс. Я всего лишь считаю, сколько получилось за сегодня денюшек. Не трогать меня. Это называется морозишься. О, Ярика убили. Ярик, ну как тебе? Классно? Да. Не, марионетка, за мной ты что бежишь? Марионетка! Да ну не трогай меня, вонючка! Я убежал. На, Ярик. Бежим, бежим, бежим. Она скоро умрет. Так, здесь. Вот, тут она меня не достанет. Нет, есть. Я нашел больное место. Ай. Ты Бонни. Бонни. Она психичка. Бонни, кто может, Бонни. Я ее мочу. А, нет, стой, стой, не за мной, только. На тебе. Стоит, стоит, думает. Да что ж такое? Вот это она быстрая. Один. Так, Ярик, Ярик, все нормально. Чика. Ого, стоит. Ярика, все, поймали. Чика. Тут Чика. Бежит, бежит. А Чика медленно, не бойся, Ярик. Убиваем ее. Чика, что как это как зомби? Одна Чика. По ногам стреляй, по ногам. По пяткам. Гасить Ярик, её. Мы за тебя отомстим. Она исчезла. Ой, я на ящике. Марионетка умерла, все. Есть. Олд Бонни. Олд Бонни, на то он и старый такой пердун. Ага. Чика-чика-чик-чирибирика. Есть. Еще одна. Ого, а ты откуда? Ты что хочешь, головенька? Ты жирная, ты не можешь пройти сюда даже. Блин, трап! Ого. Ого, мне прям в лицо заглянул. В душу мне. Прямо. Мочи его. А он застрял. А, он выйти хочет, а не может. Ля, давайте посмотрим вблизи. Смотрите, какой красивый. Звуки и глаза. И глаза светятся у него. Может, он ушел все-таки на лимузине? Это не его лимузин припаркованный? Да, возможно. Пап, сзади спринг-трап. О, появился. Вернулся. Вернул, мне прям. Ну что, спринг-трап? Где он? Не знаю. Ну я его слышу. Я-то его тоже я слышу. Я запах его слышу. У него платы ржавые, ржавчиной воняет. Ну да. Ну? Спринг-трап! Есть! Есть, 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 мы его отловили. Есть. Не такой уж он и страшный. Есть. Еще один шум! Мочи, мочи его. Валим, валим, валим! Которые размножаются. Ай, мне кто-то кусает. Где? Ну что тут будешь мне? Кусать еще? Давайте, я вас жду возле лимузина. Я припечатываю. Отсюда, мочи его, он мне 50 хп забрал. У него же глаз нету, он по сенсорам идет. Да. Более такой технологичный. Все. Да, как ребенка. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне реально повезло. Мочи, о, еще смотри. Один? Да откуда ты взялся? Пришел о. Батя все-таки, да? А, обиделся. А что ты не бегаешь? Убегайте, кто может. Все. Апокалипсис. Ой, а апокалипсис ой. Наступил. Да успокойтесь. Ай, кусайте меня.
Меня придавил этот дурачок, наступил на меня и стоит. О, еще пришли! Не успел. О, тут мелкие. Фокси! Да что ж ты, Фокси, хочешь от нас? Это медленный Фокси, это старая модель. Им денег, Фокси. Шампусик стоит. А что тут фиолетовый телевизор? Может, это номер для победителя, знаешь, когда ты выигрыш в казино? Там Ярика убили. Уго, я слышал, разбилось стекло. Да. Фиолетовый человек! А! Опа. Их двое. Двое я. Убегаем. Он за мной? Он за мной. Так, главное, не в тупик. Сюда. Он сюда не запрыгнет. Во. Вот ты и попался. Иди сюда. Писался. Все. Нет, не все, он исчез. Так нечестно. Балунбой, здрасте. Че, металлический? Для тебя отдельный сюрприз. Я боюсь, это казино. Это какое-то страшное казино. Нет! О! А, да. Балунбой там. Я видел, перди с шаром. Ага. Ах, блин! Быстрее. Есть. Димон, я за тебя отомщу. Бей. Ах! Теперь кто бы за меня отомстил? Может, он засал и ушел? Во! Ты его не видишь? Нет. О, я не шевелюсь. Не, я буду шевелиться. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!